мне внушал папаша с детства, не жалея отчих сил. Деньги есть и цель, и средства, помни это, сукин сын. И родному человеку я поверил, гранд мерси, и папашу под опеку взял я, Бог его спаси. О, деньги, 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 рублики, франки, фунты стерлинги, да тугрики. Ох, деньжата, денежки, слаще пряника, белее девушки. Все ищут ответа, загадка жизни в чем, а мне плевать на это, я знаю, что почем. Я, конечно, не актер и играю так себе. Но задача была напомнить вам этот замечательный водевиль, сатовство гусара, фильм, снятый по нему, с прекрасными песнями. Сами можете открыть, посмотреть, послушать песни. Я думаю, получите большое удовольствие. И вот этот монолог Потапа Ивановича, воспевающий главную для него ценность – деньги. А теперь вопрос. Какую нумизматическую ошибку совершил я и авторы текста этой песни, те из подписчиков, ответ принимается только от подписчиков канала, те трое, кто первыми пришлют правильный, развернутый ответ на мой вопрос, получат ценные призы от нашего канала. И в следующем выпуске мы объявим этих победителей. Ждем ваших ответов. Подписывайтесь на наш канал. В нем еще будет много других розыгрышей, викторин. Удачи вам!